Группа выступила уже прекрасно. Ну, у нас все было ожидаемо. Из наших трех человек все трое в первой четверке. Но я бы не сказал, что ожидаемо. То есть все ребята готовятся на данный момент. Сейчас проверка паспортов перед зимой, кто как на каком пути, на правильном развитии, неправильном. То есть кто-то из тренеров может быть сейчас сделает какие-то выводы, да, в подготовке. Время еще небольшое, но есть что-то поменять. Вот, а так в целом Евгений Белов сегодня очень сильно порадовал. С первых метров как начал очень сильно, так и не отпустил своего темпа. У нас, так сказать, два паровоза сегодня было. Это Евгений, который привез Илью Семикова на второе место, и Иван Кириллов, который привез Мальцева, да, на четвертое место. То есть, ну, ребята молодцы. В любом случае, то есть, если лидеры их догоняют, терпят, они показывают, что тоже они, как бы, даже если они плохо начали, то дальше они могут гонку утерпеть до конца. Нас, в принципе, все сегодня порадовало. Все порадовались сегодня. Главный вопрос, вот, который подписчики задают, почему не бежал Сережа Устюгов? Есть небольшой дискомфорт в плечевом суставе, то есть болевые ощущения, поэтому не стали рисковать, то есть, чтобы сохранить спортсмену здоровье на будущее. Хорошо, спасибо большое, Сергей.